Ну и где мой зеленый камень? С**ки. Еще один древний. Прикольно. Интересно, ты мне дашь зеленый камень или нет? Да. Ну а теперь заживем. Ох. Я его некрасиво даю. Жаль, что было плохо видно. Мы вообще без дамага. Вообще нам по силам? Тебе нахуй пойти не хотелось, сын. Блять, Локи. И еще раз. Ладно, я готов. Почему не получается? Нужно другое снаряжение? Не. Еще раз. Давай. We'll be right back.
Да, как тебе мое снаряжение, а? Гений. Пойдем, наконец-то. Открылись другие врата. Ладно. Это последний, по идее, уже. Или нет? Если бы к этой жаре добавить холод Хельхейма, было бы в самый раз. Если бы у Фиатса были крылья, он был бы драконом. А? Шутеечки. Шутеечки. Пацан. Бой. Иди сюда. Особенно боюсь высоты, но держись крепче. Полностью согласен. Отсюда не видно. Там крылатая тварь в броне. Похоже на Валькирию. Валькирия? В Муспельхейме? Не может такого быть. А ты сам посмотри. И на этом мы остановимся и продолжим в следующей части. Благодарю всех за внимание. У микрофона был Ромлери. Всего вам хорошего и до скорых встреч.